подхожу к Сибири я уже. Сегодня мой второй заход. Вот это вот гостиница, а там выставочный центр. Здесь стройки, там стройки. В общем, Красноярск весь строится. Здесь тоже стройки. А здесь я, задубевшая. Сегодня нарядилась потеплее. Сегодня еще холоднее, чем вчера. Это какой-то кошмар. Уши замерзли, надеть пришлось капюшон. Вот так вот. Все, октябрь. Побаловал нас сентябрь теплом. А цветы все еще живые. Морозоустойчивые бархатцы. Пожалуйста. Георгины уже замерзли. Изо всех сил крепятся. Стараются цвести. Идем, в общем, идем. Так, эти украшения на месте. Сейчас я спрошу, кто их автор. Так, колье 4500, браслетик 3500. Колье не вижу сколько. Серьги 1500. Вот те верхние я сейчас бисерные смотрю. Браслет. А я сейчас приближу. Там из чароита подвесочка 4950. Сейчас я ее увидела, вчера я ее не видела. А скажите, пожалуйста, у вас там с торца висят два украшения, такие черные. А что? Что не так? Вчера же были, да? Да, я вот вернулась, хочу спросить цену и... А у меня канал. У меня канал на YouTube. Я блогер. Канал на YouTube. Так, и что? Я блогер и сделаю видео. Почему нет? Хотите вы запечатлеть? Запечатлеть вас могу. Нет, а что? Ну, вам это помогает или нам это помогает? А что это должно помогать кому-то? Это просто приятно людям посмотреть. У меня вот, кстати, много зрителей вчера посмотрели мои видео о ярмарке. Сегодня, наверное, 200 человек точно пришло. Ну, да, не сомневаюсь, так это работает. Поэтому вам это точно помогает. Уж не знаю, как это мне помогает, но вам это определенно помогает. Это же надо интерес иметь такой, да? Да, и мне даже, по-моему, автор этого украшения написал письмо. Неужели мои украшения? Это Мария Семенова. Вот, она говорит, я увидела свои украшения. Я говорю, я специально пойду и спрошу, ваше ли это украшение. Можно, потому что вы там вот оттуда. Да. Вот мне интересно, сколько стоит вот это украшение. Вот это, да, правое. А сережки? Серьги две, да? Ну вот, 5000, замечательно. Мне вчера это очень понравилось. Я прям стояла возле этой витрины. Ну, надо померить, я сейчас пройду по ярмарке, и, возможно, я их и... Ну, вот Мария Семенова, автор, она мне написала письмо вчера. Вот видите, просто я по витринам прошлась. Удивительно. Да, это ее же. А, да, она мне и сказала, на там прямо... Бурятия или Якутия? Или Якутия, да, Якутия. Она и... Она не удивляется, просто из Якутии сюда пришли ее украшения. Вот что ей приятно. Люди же по выставкам
ездят, покупают. Да. Наши привезли. Да, она мне прямо сказала, в вашем видео на такой-то минуте вот это украшение мое, и на такой-то минуте вот бисерное украшение мое. Украшение из мельхиора, она сказала, из бисера. Это мое произведение. Но мне тоже приятно это, что у меня такие зрители талантливые. А вот это вот тоже из мельхиора? Это этника. Латунь. Из латуни? Да. Вот такие у вас очень... Вот всю ярмарку вчера обошла. Вот таких украшений, которых бы цепляли. Вот только у вас в киоске вашем я увидела. Может быть, на ювелирной там больше разнообразия. Угу. Это поскромнее. Угу. Ладно, пойду прогуляюсь еще. Буду думать про это решение. Спасибо. Итак, Мария Семенова, это действительно ваше украшение из Якутии. Сейчас я пойду Пожалуйста, не надо. Жизнь золотой, это свадьба.
По тем же рядам и смотрю на это совсем другими глазами. Мне нравится еще больше. Что-то я вижу вообще впервые. Вчера так пролетело быстро. Тут мастер-классы проходят. Посмотрите, камешки расписывают. Совушка замечательная. А вот совушку эту кто расписывал? Преподавательница? Пожалуйста, кто-то из вас хотел увидеть новогодние украшения, пожалуйста, вот вам и елочка, вот вам и украшение, связано крючком. Очень красиво. Такая вот рукодельная. Так, вот этот... Этого мишки. А вот он, этот мишка. Вот он, этот мишка. Я пришла опять. Ну да, его можно взять. Наверное, он меня ждет. Какой сладкий прямо вообще. Я его возьму, конечно. Я за ним еду, представляете? Он мне всю ночь покоя не давал. Такой он сладкий прямо вообще. Я его вчера увидела, прям влюбилась. Ну, бывает такое, что... Все, сейчас я его прям... Я говорю, у меня брат Новосибирска приехал, у меня белый штук. Он ко мне просится, он ко мне просится, дай мне его, я не могу. Посмотри на его глаза, конечно, конечно. Вот это такой же. Брат старший. Это мышка. А, это мышка? Но это они, слушайте, они похожи. Слушайте, ну у вас такие удивительные животные. Да, точно да, не определишь, кто, но они все такие сладкие. Смотри, какой вот панда мне нравится очень. Ну, это определенно панда, панда, я не ошиблась. Да. Это панда, да. Точно. И вот это вот мне чудо нравится, совушка такая. Я обезьяна, это нравится. Я бы вот у вас все взяла. Мне игрушки не нужны, но я не могла без него. А вот этот кот, это вообще чудо. Орущий кот. Я такого... Вот у него есть брат. Серый. Какая прелесть. Просто я ведь вчера видео это сняла, выставила на YouTube.
У меня вау-вау возле этого. Я же долго стояла. Прям все. Я говорю, я вернусь, я куплю. Я купила вчера тапки только, не хватило просто денег. Вот сегодня вернулась за ним. Так что давайте мне его. Давайте. Попробуй выбери. Вот попробуй выбери из этого всего великолепия. Сколько туда? Арсений, у нас сын детей. Обучаю. Арсенька, рукава обучай побольше. Рукава, снимай. Три глины. А, ты смазал? Да. Шкатулочки. Такие подставки под цветы шикарные. Все делает, все делает человек. Оксана меня где-то ждет здесь, на выходе. Ой, в буфете. Ой, проголодались. Она с сестрой пришла. Сейчас я вам ее покажу. Они пришли пораньше, потому что я же вчера была. Я им сказала, сегодня идите без меня, потому что я много-много чего уже видела. Смотрите, смотрите. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие зрители. Стоим за пирожками с картошкой. А можно тебе? А? Можно, это тебе нельзя. А мне-то все можно. Нам все можно. Ну, вам все и можно, нет, девчонки. Ну, ведь счастливые. Ты не будешь? А? Ну, два часа прошло. Кофе попью и все. Или американо? Да, американо, девчонки, возьмите. Американо тебе? Ага. Сколько? Ой, нормально. Как будто бы целую баночку выпила. Ну что, присмотрела? Да, я сейчас покажу, что я купила. Я и вчера купила, и сегодня купила. Что, Оксанка, облизнулась? Красиво, конечно. Красиво, да. Я вчера и того в бусах, Оксана облизнулась. Может, с капустой лучше? Полегче, нет? Полегче. Мы еще собрались на выставку кошек сходить. Ой, пойдем. А июнь вот так же? Я вот здесь спуститься, по-моему, и сразу же июнь в здание, нет? Да, можно пешком дойти. Можно. Ну, здесь примерно 3 остановки идти. Ну, мы сейчас сядем тогда на автобус, доедем до низа, там поднимемся. Да. И как раз... Нет, я худею. Я худею. Пирожок с картошкой. Ты будешь чай? Нет, я худею. Ну и вышли мы с выставки, довольные. Напокупали себе всего-всего, девчонки, вас видно. Давайте, вон мы выбрали какой. Встать здесь возле него. Девчонки, давайте, вставайте за мной, чтобы повыше. Повыше вставайте. А тогда плейбой и караоке не видно будет. Видно, вставайте. Видно. Вот. Кучкой. Так, вам видно, где мы стоим? Да, наверное. Караоке.
Playboy. Давайте, девчонки, скажем, что мы напокупали. Жанна. Я купила себе мылка вкусная. С ароматом пачули. Для притяжения денег. Для притяжения денег, Лена сказала. Потом я купила себе чай вкусный тоже. Так, как он называется? Иван-чай. Иван-чай я взяла. Капорский чай. Потом, с брусникой, что я... да? Нет, я купила из брусничка и просто капорский чай. Листики. Так, что я еще купила? Я купила шикарное кольцо с чароидом. Да. Шикарное. Ну, камешек маленький, но очень чистый. Очень чистый, красивый. Да. К тому колье, которое мне Лена сделала. Да. И еще колечко. Так, и еще колечко с нефритами я купила. Тоже колье, которое мне Лена сегодня привезла. Зелененькое, такое красивое. Угу. И к нему колечко вот простенькое, конечно. Как интервью, блин. Так, давай, отвечай. Интервью. Интервьюируемая. Показывай. Все на мне, вот. Да. Все, что купил. Все, что купил. Да, вот все, что купила сегодня Оксана, это вот такой шарфик шифоновый. А Лена зайчика купила. А я купила мишку. Мишку. Розового мишку, которого и хотела, по которому не спала сегодня всю ночь. И еще купила капорский чай с клубникой. С клубникой ты взяла. И что я еще купила? Все, девочки. Скоренько вы, девочки. А на этом все. Шапочку пока. Я же купила. Шапочку. Жанна купила валеную шапочку. Такую красивую, я прям даже покажу. Валеную, да, из натуральной шерсти. А я заказала у этого же мастера, заказала себе шапочку. Такая красивая шапочка. А другой мастер будет вышивать. Вот, смотрите. Вот, смотрите, какая шикарная шапочка. С чароидом носить будет. Буду с чароидом, да. И вот сюда вот камушки с чароидом мы приделаем. Да. Вот. А, Оксана купила бусы с чароидом. Которые Лена... На переделку. Камушки, да, на переделку. Лена переделает, а три камушка мне дали на шапочку. Да. Вот. Выпросила. Выпросила, слезно. Из резерва. А на этом все? Шапочки, еще шарфик. А, еще вот такой шарфик, маленький шарфик. Маленький. Так я поняла, вот это что, это красотульки, да? Да. Сюда тоже чароид надо. Ну, слушай, себе много. Отдаем ей тогда твои бусы, зачем тебе? Она их все на шарфик оденет. Девочки, смотрим все сюда. А на этом все. Пока-пока. До встречи в следующем видео.